команда Just Family Crew и новое обучающее видео. Теперь наше видео немного в другом формате, поэтому нам важно, удобно ли вам так учить связки. К сожалению, YouTube блокирует некоторые наши обучающие видео, поэтому вы можете заходить к нам в группу ВКонтакте и смотреть там. Давайте начнем! Первое движение. Поднимаем ножку на И и делаем на раз шаг. И, раз, и, два. Два шага. Еще раз. И, раз, и, два. На первый мы поднимаем правое плечо наверх. И, раз. Дальше поднимаем вместе с ручкой. И закручиваем два. И выводим ее в сторону. Еще раз. И, раз, и, два. Отлично. Чуть быстрее. Семь, восемь. И, раз, и, два. Хорошо. Повторяем. Семь, восемь. И, раз, и, два. Далее мы шагаем с правой ножки назад на крест, левая в сторону, в сторону. Три шага. Еще раз. Правая ножка назад на крест. Раз, левая и два. Хорошо. В то время, как мы шагаем, правая ручка у нас опускается вниз. Сначала семь, восемь. И раз, и два. Три и четыре. Повторяем. Пять, шесть, семь. Восемь. И раз, и два. Три, и четыре. Отлично. Идем дальше. Теперь по очереди поднимаем бедра. Сначала правая и убираем назад. Раз. Левая и хоп. Ножку приподнимаем на носочек. Подняли бедро и убрали назад. Другое. И пу. Еще раз. И пять, и шесть. Теперь добавляем ручки. Мы поднимаем. И пять, и шесть. По очереди. Еще раз. И пять, и шесть. Далее мы делаем два круга грудной клетки слева направо. И семь, и восемь. Еще раз. И семь, и восемь. Повторяем. И семь, и восемь. Соберем сначала восьмерку. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два. Три, и четыре. Пять, шесть. И семь, и восемь. Еще раз. В таком же темпе. Семь, восемь. Раз, и два, три, и четыре, и пять, и шесть, семь, восемь. Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, и два, три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично, идем дальше. Дальше прыгаем на две ножки в центр, грудная клетка вперед. Раз, вовнутрь, и в сторону, два. Корпус в сторону и шагаем тоже в сторону. Обратно. И три, и четыре, и. Делается то же самое и вправо, и влево. Еще раз. Ножки у нас были здесь. Два круга грудной клетки. Семь, восемь. Спрыгиваем. Раз. Грудная клетка сразу вперед. И в сторону. Два, и три, и четыре. Оставляем ножку здесь. Еще раз медленно. Семь, восемь, раз, и два, и три, и четыре. Далее делаем два шага левой ногой. Пять, шесть. Таз у нас вперед, корпус наклонен назад. Ручки свободные, голова делает два раза вниз. Хоп, хоп. Соединяем. И пять, шесть. Отлично. Дальше садимся на ножки и делаем два круга таза в зеркало. Семь. Бокс. Угу. Давайте сделаем сначала лицом. Ручки у нас прямые. Кисти вовнутрь. Итак. Семь. Бокс. Отлично. Соединим сначала восьмерки. И. Семь. Восемь. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Бокс. Повторяем. Пять. Шесть. Семь, восемь, раз и два, и три, и
Машка и правая рука на себя. И меняем. При этом на каждый шаг мы делаем волну. Мы сделали 7, 8 и 1 и 2. Повторим. 7, 8, 1 и 2. Двигаемся дальше. Оставляем снова левую ножку, ставим ее на носочек, ручки возле головы. И опускаем бедро вниз и 3 и 4. Два раза еще раз. И 3 и 4. Соединяемся к предыдущим движениям. Далее разворачиваемся лицом. Ручки бьют сверху и бу, как будто по столу. И бу. В этот момент, когда ручки ударяют, начинает двигаться грудная клетка по кругу. 4 раза. И раз, два, три, четыре. В этот момент ручки опускаются вниз. Попробуем. 7, 8. И раз, два, три, четыре. Отлично. Теперь в тот момент, когда мы делаем грудной клеткой с руками, двигаем корпус влево, затем вправо. На каждый два счета. Пробуем. И раз, два, три, четыре. Еще раз медленно. 7, 8. И раз, два, три, четыре. Надеюсь, у вас все получилось. Давайте соединим сначала восьмерки. 5, 6 и 7, 8. Раз, два, и три, и четыре. 5, 6, 7, 8. Повторяем еще раз медленно, затем немного быстрее. 5, 6, 7, 8. Раз, два, и три, и четыре. 5, 6, 7, 8. Идем дальше. Далее шагаем на правую ножку вперед, бедро вперед. Раз, разворачиваемся боком. Два. Повторяем. И раз, и два. Отлично. Теперь мы прыгаем на правой ножке. Левый бьет вперед. Раз, назад. Два, вперед. Фу. Три раза. Пробуем. 7, 8. Раз, и два. Все три раза мы прыгаем. Начнем сначала восьмерки. 7, 8. Раз, и два, три и четыре. Теперь меняем ножки, правое колено наверх. Фу. Далее распрыгиваемся ножками в сторону. 5. Меняем. И 6. Собираем вместе. И. Соединяем с прыжков. И. 3 и 4. И. 5 и 6. И. Отлично. Повторяем еще раз медленно. 7, 8. Раз и два. И. 3 и 4. И. Осталось 2 последних движения. Ножки распрыгиваются в сторону, одна на пятке, другая на носочке. Хоп! Обратно в центр и влево. Пум! Хоп! Еще раз, медленно. И. Раз, и, два, и. Соединяем сначала восьмерки. 7, 8. Раз, и, два. 3 и 4. И. 5 и 6 и 7. И. 8 и. В таком же темпе. 5, 6, 7, 8. Раз и два. 3 и 4. И. 5 и 6 и 7. И 8 и. Снова повторим последнюю восьмерку. Затем соберем все с самого начала. 5, 6, 7, 8. Раз и два. 3 и 4. И. 5 и 6 и 7 и 8 и. Делаем от начала до конца все медленно. Внимательно следим за счетом. 5, 6, 7, 8. И раз, и два. 3 и 4. 5, 6, 7, 8. Раз и два. 3 и 4. 5, 6, 7, 8. Раз, два и три и четыре. 5, 6, 7, 8. Раз и два. 3 и 4 и 5 и
быстрее, а затем попробуем музыку. 5, 6, 7, 8 и раз, и два, три, и четыре. 5, 6, 7, 8. Залезаешь на стол, я почти уже все, я почти уже все. Покажи мне любовь. Залезаешь на стол, я почти уже все, я почти уже все. Покажи мне любовь. Совсем скоро будет вторая, не пропустите ее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока! Мы на высоте, мы на высоте. Твое тело на стол.